Спасибо! Заценили Деда Мороза в самом начале на концерте? Короче, как вы поняли, сейчас это ж не, ну, типа, это очень маленький концерт для меня. Это такой чисто подготовочка к Новому году. Так, чтобы вы развеялись. Смотрите, я хочу, чтобы каждый из тех, кто сегодня в зале находится, пришел на следующий мой огромный, ебаный, стадионный концерт. Пока секрет. Это будет либо адреналин, либо Music Media Dome. Это будет просто разъем максимальный. Если что, вы бы видели, что там я подготовил, вы просто охуеете настолько, что эти видосы разойдутся по всему интернету, и это будет, типа, самый лучший концерт на свете, будут называться все эти видосы вот так. Потому что там будет мега-шоу. Супер-мега-шоу. Сейчас вы понимаете, что шоу здесь происходит не на сцене, а в зале. Вы делаете шоу, вы те, кто разъебывают на каждом треке, делают хипейший слон. Вы все, вот кто хоть в одном треке участвовал с нами, поднимите руки в воздух. Сегодня это было ваше шоу, и вы разъебали просто максимально. Спасибо вам за это. В следующий раз, когда будет мой большой сольный концерт, не какой-нибудь там опять купленный, типа, а прям большой сольный собственный концерт, не скажу. Тогда вы все придете, и шоу будет не только в зале, но еще и на сцене. Вы охуеете. А теперь я хочу, чтобы вы, сука, сейчас отдали свои самые последние силы, которые у вас только остались. Если у вас осталось, неважно, 10% сил, 5% сил, вы уже уебаны, вы хотите домой, у вас уже рука сломана, похуй. Сейчас вы отдадите всю энергию, которая у вас осталась. Знаете Пашу Биткастера, который вас разогревал? Я тут за плакатами. Вон он там. Пашок, иди сюда. Вот смотрите, как-то раз мы с ним пришли ко мне домой с бутылочкой Егерме и написали песню, которая идеально подходит под завершение концерта. В чем прикол? Там почти что нет вокала, там где-то 10 секунд вокала. Все остальное время там такой разъеб, что вам сейчас будет просто полная пизда. И песня называется «Ради». Можете делать это здесь и сейчас, потому что сейчас это будет просто охуеть. Разъебитесь, если у вас есть хоть какие-то проблемы в жизни, и вы сейчас о них думаете, вернетесь к ним, забудьте о них на эти последние 4 секунды и уничтожьте этот ебаный клуб. Покажите, что такое концерт, и ты, мать вашу!
самый охуенный город в мире. И я хочу... Встретимся скоро! Я хочу, чтобы сейчас, поскольку это шоу, помните, делали вы. Вы будете орать сейчас слово, под которое я иду, и будете орать его не мне, а сами себе. Спасибо! 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 Москва, а кто куда расходится, домой что ли захотел? Вы реально подумали, что концерт покончил, я помню, что... А вы хотите, чтобы концерт закончился, или вы хотите продолжение, например? Вася, Лера, Коля! Хотите ли вы послушать, например, какую-нибудь еще песню, назовите ее название? Рок-звезда, я правильно понимаю, что большинство из зала хотят песню «Бринг Бэм»? Окей, да, всем залом. Гэнг, бэнг, гэнг, бэнг.